течение всего ролика, вплоть до конца, будут появляться цифры. В итоге у вас должен будет получиться код из 12 цифр. Кто первый напишет его в комментарии, получит 100 голды. И также не забудьте указать свой ID или же там ВКонтакте, допустим. Приятного просмотра! Привет, друзья! Помните тот ролик-челлендж, в котором я играла без прицела? Ну что ж, настало время второй части, и сегодня я сыграю с самой высокой чувствительностью. Но есть одно условие – ускорение я не буду повышать, потому что тогда у кого-то может начаться эпилепсия, а я просто не смогу нормально играть. Серьезно. Мало того, что у нас будет высокая чувствительность, так если будет ускорение, то я, серьезно, я чуть-чуть сдвину палец и все, отправлюсь в космос. Поэтому я повышаю только остальные два параметра, и все. Также напоминаю то, что на данный момент я нахожусь в Санкт-Петербурге, то есть этот ролик сделан заранее. Сегодня у меня, сегодня 31 мая, если что. Если вдруг вам интересна какая-то информация, вы хотите больше новостей по поводу канала и меня, то можете заходить в группу ВКонтакте или на мою страницу, ссылки будут в описании. Ну а также не забывайте, что у меня сейчас проходит розыгрыш на скины из коллекции Two Years, а точнее на 3 самых дорогих скина. Собственно, ссылка тоже в описании. Ну что ж, все, что я хотела, я сказала. Приятного вам просмотра! Ну что ж, друзья, собственно, я сейчас нахожусь в игре, и мне нужно поставить чувствительность на максимальную, кроме ускорения, потому что у нас было такое условие. И давайте сейчас попробуем. Ох ты, ну капец, учитывая то, что у меня была очень низкая чувствительность, с этой мне вообще непривычно играть. Ладно, давайте возьмем дигл. Я всегда практически на пистолетке беру дигл. Так, ну что ж, погнали. Первый раунд у нас, счет, естественно, 0-0. Сейчас попробуем выйти куда-нибудь на точку Б. Глянем, тут интересно, никто не сидит там, не крысит. Ой, нет, случайно не туда ушла. Блин, ребят, конечно, это будет немножечко трудноватый челлендж, потому что у меня и так АИМ не на профессиональном, можно сказать, уровне, а тут еще и вот эта фигня, и меня уже убили. Печально, печально, ну ладно, в принципе. Так, и тут у нас тоже перестрелка, и сзади, и спереди его, везде уже обошли. И Аксельболт, сейчас я, знаете, буду профессиональным комментатором. Аксельболт остается 1-2. Посмотрим, сможет ли он сделать что-нибудь или все-таки потерпит поражение. Счет 0-0, это у нас первый раунд, первый пистолетный раунд. У него фулл ХП, мы не знаем информацию по остальным соперникам, хотя он кого-то уже заметил по радару, но не обращает на него внимания и идет за бомбой. Скорее всего, будет ставить на А, ожидает врагов здесь поблизости, но почему-то никого нет. Возможно, все уже убежали, возможно, кто-то пошел на А, кто-то на Б и ставит бомбу на пленте А, естественно, потому что он был ближе всех, да и времени не особо хватало. И тут его сзади застает один чувак и убивает, ё-моё! Ну, практически Аксельболт смог у нас затащить, и этот чувак все-таки одержал победу над ним. One, я не знаю, как его ник читается, идите нафиг. Аксельболт у нас явно разочарован. Давайте сейчас тогда что я возьму, что я могу еще взять? Я сейчас ничего толком не могу взять, в принципе, но куплю юмп, потому что... Так-то чё мне? Короче, ладно. Все, пошлите, пошлите с вами куда-нибудь на точку А, попробуем зарашить. Обычно вот это место не чекают. А, чекнул, смотрите, я, ребят, буду, наверное, вот так вот зажимать, скорее всего, потому что... Да идите вы нафиг, а, идите нафиг, пожалуйста. Ёшкин кот, вот вы серьезно, да, вот серьезно. Так, я могу на счет нажать, нажимайся, счет, ёшкин кот, о, вот. Что-то вроде нащупало. О, все. Фост. Ну-ка, Фост, давай, тащи. Слушайте, а что все выходят-то? Ну ладно. Соник, Соник, нет. Вы посмотрите, Фост сделал дабл килл, серьезно, капец. Теперь я могу взять ФАМАС, возьму ФАМАС. Конечно же. И не потому, что это первое попавшееся оружие, а потому, что он нормальный. Не знаю, зачем я это сказала, ну ладно. Сейчас опять попробую сходить на А, давайте... Вот так вот выйду. Блин, ребят, очень неудобно на самом-то деле. Чувствительность это тот фактор, который, ну, я даже не знаю, как объяснить. Очень трудновастенько сформулировать свои мысли по этому поводу. Ну, ладно. Давайте сейчас попробую зайти я со спины. Примерно со спины. Так, у нас тут никого не сидит, да? Вроде не особо. Так, а где у нас бомба? А, так бомба на миду. Мы с Аксельболтом остались последние против какого-то чувака. Так, и все. А, капец. Капец.
Смотрите, что написал. Он не знает то, что я играю с высокой чувствительностью. Он просто не знает. Давайте MP7 возьму. С MP7 я вроде нормально отыгрываю у нее. Не так уж и сложно контролировать зажим. Дружище, ёшкин кот. Ух ты. Нифига, это конечно, было замечательно. Так, подождите, я сейчас сюда вот спрячусь. И вообще я могу, в принципе, обыграть его, пойти на А, но никого обыгрывать я не хочу. Ё-моё, минус 23. Я, кстати, не один раз по нему попала, и, в принципе, что, скорее всего... Подожди, нет, не так я сказала. Смотрите, нубы со мной. О, да, когда ты ЧСВ. Со мной одни нубы играют, я один профессионал. Так, ага, и со мной. Они друг друга нубами, получается, назвали, знаете, так непринужденно. Ой, здрасте, ура, пишет. Неужели, неужели? Вот я готова поспорить, ему лет 10. Ладно, так, короче, сейчас попробую выйти на мид. И на миду, наверное, будет еще сложнее. Короче, ладно. 4-1. Это, ребята, сейчас будет камбэк. Однозначно камбэк. Сейчас чекайте, как говорится. Опа. How do you do, my friend? Ладно, попробовала прострелить еще одного. О, прострел. Замечательно. Так, у нас остался последний. Что-то чувствую я то, что он на Б, и пойдет он через наш спавн. Но все равно попробую кого-нибудь словить здесь. Да, он обошел просто. Ну давай, убей их двоих. Давай, затащи, чувак. Нет, блин, все-таки наши затащили. Я уже хотела попробовать взять клатч или не взять. В принципе, я потихонечку привыкаю. Привыкаю к этой чувствительности. Омега, дай калаш. Пошел в задницу, мне не хватает денег на твой калаш. Так, смотрите, у нас один мертвый. Это очень странно. Это баг, по-моему, какой-то. Так, а где еще один? У меня вопрос такой. Допустим, ладно, я пока обойду сзади. Ага, ласт в апартах был. Все понятно. Отлично. Не, ну в принципе я уже более-менее что-то могу сделать. Сливной нуб вышел. Лол, я сейчас затащу. Типа такой классный, да? Типа классный. Опять не могу счет посмотреть. Ну ладно, давайте посмотрим, затащит он или нет. Я, конечно, не сомневаюсь, то, что он классный тащер. Кстати, я закупаю раскидку, но никак ее не трачу. Ну, в принципе, блин, мне немножко... Ой... Некомфортно тратить раскидку. Точнее, бросать что-нибудь, потому что чувствительность. О, вообще зарезали. Затащил, пишут, его уже подкалывают. 5-0-6, ребята. 5-0-6. Ох, я признаю, что я полное нубло. Кстати, нафига? Я хотела вообще взять под 350, но я взяла в итоге дигл случайно. Опа. Дратути, так, в смысле, я ж почти по голове ему попала, ты чё? Ну-ка, дружище. Да в смысле? Ё-моё! 20... Я ему, походу, 2 раза по 28 попала, но я попала явно больше, чем 2 раза. Ну-ка, давайте посмотрим, что он с пингом. 119 и 50. Замечательно, ребята. Теперь я понимаю, почему у меня не проходит урон по ним в некоторых случаях. Давай! Е-е, затащил. Давайте сейчас с вами, знаете, что попробуем? Взять авик. 2 пули остались. 16 хп, сори. Какие они, знаете, такие интересные все. Капец. Так, ой. Я вообще хотела включить зум и как бы выйти на лестницу сразу. Но не получилось, не срослось. В чем проблема? Ой. Ну как бы нормально, да, ребят, все у вас? Замечательно. Так, что еще? Я попробую М-ку еще взять. Сейчас меня, наверное, обзывают, да? Нет? Они же что-то неадекват какие-то, я уже успела это заметить. Пока играла, кинем, не знаю, неизвестный какой-то. Это новые слитые раскидки Street 8 и K7, как бы, да, ребят. Ой, да я ж попала. Что? Что? Ладно, допустим. Допустим. Изи террорист помочь. Ладно, сейчас давайте снова новые раскидки от K7 и Street 8. Хотя на самом-то деле неправда, как-то странно в некоторых моментах раскидки дают. Я смотрела пару турниров. Я на Sandstone так-то и особо раскидки не знаю, но я и не играю на более-менее профессиональном уровне. По крайней мере, на псевдопрофессиональном. Ну, как бы вы поняли, да, намек? Поняли намек? Намек поняли? Поняли, думаю, надеюсь, что поняли. Опа. Здорово, братан. Все, минус голова. Так, теперь тут, наверное, кто-то будет. Или уже пробежали. Они явно все пойдут вдвоем там. Ну, практически. Вот 90%. Потому что это предсказуемо. Господи, я сказала какую-то слишком очевидную вещь. Нет, решил все-таки этот чувак обойти. Но мне кажется, наши его, да, наши его убили. Ну что, съел? Смотрите.
Бомбит в чате, бомбит. Нам осталось 2 раунда выиграть, и все, и мы сможем затащить. Я надеюсь, то, что у нас все-таки получится это сделать. Гота шить. Спецназовцы, тащите, ребят, тащите! Тащите себя на дно, пожалуйста. Да, хотя скорее я эту нашу команду тащу на дно. Ой, я жду, пока залетит какая-нибудь шара, вот серьезно. Так, он здесь. Ладно, супер про раскидки. Ну и чё, дратути? Опа. Братан, пока... Ой, тихо-тихо, ребята. Я... 1 в 2. Важный раунд. Еще и без наушников играю. Все, я затащила. Отлично. Тут видите, он себя покоцал, капец. Ну ладно. Красава! Он же меня нубом назвал. Ой-ой. Не, ну я, конечно, понимаю, что я затащила, но давай мы с тобой останемся просто друзьями. Сейчас заящу. Ну, ящи, а мы пока будем тащить. Все, ребята, 7-7. В принципе, я надеюсь, что мы выиграем. В любом случае, я независимо от победы, ну, от результата матча выложу этот ролик, потому что если я сыграю второй раз, то это уже нечестно будет, как бы, да. Я же должна там с первыми впечатлениями, с первыми ощущениями играть. Так, подождите, у меня же бомба, господи, куда я пошла? С безопасное, более-менее безопасное место куда-нибудь зайду. Ставлю бомбу. Погнали, последний раунд. Счет у нас 7-7. И, в принципе, у нас есть шансы на победу. У нас даже больше шансов победить. О, отлично. Все, ребята, мы выиграли с вами. Замечательно. Игра у нас длилась примерно 15 минут. Не знаю, как выйдет это в монтаже. Давайте посмотрим. 11-10. Но, в принципе, я отыграла неплохо. Смотрите, господи, серьезно. Серьезно, господи, какой смешной чат, вот правда. О, мне даже 10 серебра дали за удачу, ну, на удачу, так сказать. В принципе, это было даже в какой-то степени забавно. Я надеюсь, то, что вам понравилось. Ну что ж, друзья, вот видеоролик и подошел к концу. Пишите свои идеи в комментарии. Кстати, этот ролик я монтировала очень долго, часа 2 или 3. Я тем более сегодня еще и устала, потому что я монтирую очень долго. Я по FPS, я розыгрыш смонтировала, я этот ролик монтирую. И потом еще, наверное, надо будет что-то смонтировать, потому что я вот уеду же сейчас. Но когда вот это слушаете вы, я уже, скорее всего, уехала. Ну, в общем-то, друзья, надеюсь, то, что ролик вам понравился. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.